Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. У вас день следующий, а у нас день тот же. И пока у меня Лена, я решила ее поэксплуатировать и показать ей Леди Коллекшн. И заодно показать вам. Ты там ничего не успела много посмотреть? Нет. Значит, первое, что я взяла в Леди Коллекшн, это во влоге, вы, наверное, видели, что я заходила, смотрела. Это я взяла вот такой наборчик своей племянницы, моей девочки. И в этом наборчике у нас... Что такое? Тебе еще рано. Здесь для девочек. Там, кстати, для мальчиков ничего нету. А может и есть. Не, есть там шарфики всякие для мальчиков. Короче, вот такие две заколочки. И вот такие две резиночки. Ну и сану, конечно же, еще. А бусики. А сумка. А сумка. Да, вот такие бусики, которые тянутся, кстати. И сумочка. А моей племяннице уже 1.5 года. Думаю, Настя будет в восторге. Да, Настюля будет в восторге вообще. Так что жди, Настя, свой подарок. Такая красота. В общем, там много всяких наборчиков. Дальше, кстати, на распродаже. Вот такие вот сережки. Я на них в прошлый раз смотрела, они, ну, как бы, были не раз в распродаже. Мне так они захотелись. Угу. Это такая черная штука, а внутри вот там вот эти. Как сеточка, да, такая? Да. Красные. Довольно плотные. Кстати, тебе они вот сюда, мне кажется, вот туда, да, туда. Померяй, я без сережек. Были бы прикольные. А ну-ка поближе. Красота-то какая! А мне... О, купила две резинки. Вот такие вот классненькие. Угу. Мне кажется, они под все. Хорошие. И вот эти штучки, они как-то такую красоту делают. Две резинки. Мне нравится, что они, ну, небольшие, знаешь, при этом вот классные. То, еще что они надо. Тянутся хорошо и не плотные. Аня, вот это мне нравится, хорошая. Вот сам по себе мягкий. Классные вообще. Во, да. Мне вот сюда, да, вот эти? Да, тебе вот прям точно. А еще подожди, у меня еще есть вот такие. Какие лучше? Какие больше? Вот сюда? Эти. Вот мятные. Точно? Мне кажется, да, вот эти вот сюда. Какие-то яркие сюда, нет? Смотри. Ну-ка. Одень одну ту, одну ту. Как вы думаете, какие лучше? Одну ту, одну ту. Ну, по одной, да, чтобы посмотреть, так и смотрится. А я что сняла, это тоже один. Пока мы не определились, я буду сидеть с двумя сережками. Ну, знаешь, мне это, кажется, подходит. Мне кажется, вот это ярковатое для этого. Вот мне кажется, вот это вот голубенькое больше сюда подходит. Ну а что должно? Ничего не ярко, наоборот, классно. Мне нравится. Короче. В общем, ждем ваших комментариев. Я пока посижу так. Дальше, что я купила? Вообще, вот эта роскошная штука. Это, знаете, когда какое-нибудь платье вот такое вот, чтобы, да, и вот прям вот так вот раз, и вот так вот. Да. Вся грудь. Экстравагантно. Или платье такое. Вообще. Красота. Необычно. Я прям, когда это увидела, я думаю, да, я хочу сделать какой-нибудь образ, обязательно сделаю. Угу. Классная эта штука, вообще нереально. Яркая. Ну да, вот прям очень яркий и классно теперь смотрится. Ах, что у меня теперь есть. А, вот такая штука, кстати, вот такую можно носить, да? Вот ну, я люблю тоже, да. Под мой образ, знаешь, я что-нибудь одеваю все время спортивное, все время что-то на шее не хватает. Угу, и она такая вот длинная, с такими висюльками. Кожаными. Да, кожаными. И вот такая вот прикольная. Да, классная. Вот это мне тоже нравится. Хорошенько. Для меня темно, для тебя светло. Ну, надо, короче, подобрать определенные вещички. Короче, такая штука классная. Дальше. Вот. У меня недавно моя одна из родственниц, не знаю, кем она мне приходится, в общем, жена брата, она говорит, есть у тебя что-нибудь золотистое? И мы искали-искали и нашли только одно украшение, которое вот с золотом сделано. Потому что там сережки золотые были, обувь с золотом. И я решила, что нужно взять вот такое вот. Здесь такие вот камушки. Красота. Такое золотишко, да. И я думаю, что оно и не броское, и очень классное. Ну, тебе сейчас сюда золотишко. Ну, да, мне вообще наряд... Ну, вот это очень нежное и красивое украшение. Так, вот еще что у меня есть. Вот такое. Тоже, кстати, это вот почти вот, ну, как бы я сравниваю, вот похоже с этим. Тоже у меня есть бежевые наряды какие-то, где не хватает прям вот чего-то такого. Мы так с тобой сегодня одеты, что, ну, не под эти, конечно.
украшения. Но вы сразу, думаю, видите, да, под что можно. Я вообще люблю такие, потому что здесь, смотрите, и темные, и беж, и как бы и белый. Да, мне кажется, даже если бы я была, например, вся в черном и просто тупо разбавить, было бы сразу красиво, да. И другой вид вообще. Да. Красиво. Короче, класс. Я люблю такие бусики, они всегда в ходу где-нибудь. Также я купила вот такие сережки. У меня есть похожие уже. Ну, в общем, я не могу пройти, да, мимо таких, когда просто вот что-то блестит белое. Классно. Кстати, они тоже сюда могут. Идеально. О, тоже хорошо. Ну, они вообще под все. Вот это идеальный вариант под все. На каждый день. Суперски. Да, супер, как блестят. Как Сваровски. Да. Так, что, все? Все, вот так немного я взяла, но зато смотрите. Как красиво. Ну-ка, ждем тогда ваших комментариев, что мне подходит больше. Какие вот из этих сережек. Ну и что? Все, прощаемся. Быстро-быстро, чтобы вам не надоедать. Все, прощаемся до следующего видео. Ссылочку оставлю внизу. Это Lady Collection, все ее знают. У них новая коллекция, кстати. И у меня уже даже из новой коллекции здесь какие-то вещи. Уже не помню, какие. Я уже запуталась, так всего много. В общем... Пока-пока.